Тем временем поток сирийских беженцев не сокращается. Несколько часов назад из Турции пришли вот эти кадры. К берегу прибило перевернутую лодку и несколько тел, в основном женщины и дети. В море бойцы береговой охраны насчитали уже несколько десятков погибших. Люди пытались доплыть до греческого острова Лесбос. Стоит отметить, Европа обязалась выделить Турции 3 миллиарда евро в обмен на обещание уменьшить поток вынужденных нелегалов. Но, как пишет немецкая Die Welt, Анкара неожиданно потребовала увеличить сумму до 5 миллиардов. А это кадры из английского Дувра. Там полиции с трудом удалось сдержать представителей двух демонстраций. Ультраправые пробились к противникам расизма, но прямого столкновения не было. В Финляндии демонстрации против политики широко открытых дверей были мирными, но куда более масштабными. Шведы тоже вышли на улицы поддержать неизвестных, которые в минувшую ночь, надев маски, нападали на мигрантов. Нападавших задержали.